Деньги в печь. Стартап из краевой столицы попал на полосы Forbes. Чем удивил всех необычный бизнес, узнал мой коллега Сергей Овчинников. iPhone в мире печей, и это не громкий заголовок, который мог появиться на страницах газет. Творение молодых краснодарских бизнесменов удивило многих владельцев баров, отелей и АЗС. Все потому, что теперь для того, чтобы у них в меню появились блюда ресторанного уровня, нужна лишь кухня размером 2×2 метра и холодильник. Еда хранится при минус 18 градусов в морозильных камерах. Вот так выглядит продукт со всей необходимой информацией для пользователя. Сейчас мы ее доготовим в умной печи. Перед попаданием в умную печь блюдо нужно поднести к сканеру, по которому техника сама определит, сколько нужно его греть. Никаких кнопочек, никаких режимов, только дверца и приятный звук, который сигнализирует о готовности блюда. Теперь его можно перелить в тарелку и перемешать, и насладиться шикарным вкусом шикарного том-яма. Сейчас компания работает с представителями бизнеса из Москвы, Кубани и Центральной России, но планы у ее основателей масштабные. У нас планы на ближайший год, на 2021 год, это планы на масштабирование в Европу и Соединенные Штаты Америки. Там растущие рынки, ну, такой же рост, как и в России, просто уже люди готовы к подобному питанию из-за того, что все очень сильно экономят время. Сегодняшнее меню умной печи насчитывает порядка 60 блюд. Но, как обещают ее прародители, в скором времени она расширит свои кулинарные знания и будет удивлять клиентов разнообразием. Сергей Овчинников, Алексей Товстенко, телекомпания «Краснодар».